Вот уже 45 лет Валентина Владимировна проживает в многоквартирном доме номер 4 по улице Подлесная. Все это время жители сами наводили порядок в своем дворе. Красили заборы, сажали цветы и деревья в палисадниках, убирали мусор. В этом году Валентина Владимировна вместе с другими собственниками квартир участвует в программе формирования комфортной городской среды. Все в программу входило. У нас благоустройство площадки детской, площадки тренажерной и, значит, асфальтовое покрытие дорог и дорожек. Ну, как-то программу сузили немножко. Сейчас детскую площадку и тренажерную площадку исключили. Но нам обещали помочь. Глава региона лично проконтролировал ход работ, обратил внимание чиновников на вопросы капремонта дома и облагораживания фасада здания. Также Сергей Морозов высоко оценил старания жителей по благоустройству придомовой территории. Кто такая рукодельница? Вот она. Помогли нам его для белых штук. Кто такую красоту делает? Мы говорим, что ты. У нее груша хорошая. Приезжайте на грушу. А что здесь нету такой красоты? А это не она. Нет, мы и здесь успеем. Пусть сначала все сделают, и тут успеем. Было бы что. Подрядчик, в свою очередь, заверил, что в ближайшее время во дворе все работы будут выполнены качественно и в срок. Работы практически выполнено, осталось только проезжую часть асфальт принять, тротуары, все проходы, подходы выполнены. За время объезда глава региона также проконтролировал ход работ на территории новой строящейся школы в микрорайоне Искра, а также заехал во двор на проспекте Нариманова 89А. Местные жители ежемесячно выходят на уборку территории и своими руками наводят красоту на детской площадке. Убираем и собираем, и мусор убираем, и праздники какие-то делаем, все это организовываем. Улучшение своей жизни качества. Напомним, в Ульяновской области продолжается реализация проекта формирования комфортной городской среды. По данной программе в городе в 2019 году будут отремонтированы 16 дворов по области 82. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, Новости Улправда ТВ.